Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома или от места вашей работы. Яблоневый сад. Парк во Фрунзенском районе между улицами Турку и Белградской. Невдалеке находится относительно новая станция метро Международная. Садик всего 15 гектар, но сильно вытянут в длину, так что кажется больше, чем на самом деле. Забавно. Можно было все детство прожить в этом районе и понятия не иметь о таком парке. Территория вдоль пролегающей по Купчино железной дороги долгое время была плохо благоустроена, да и шум от железной дороги давал о себе знать, так что мало кого тянуло гулять здесь. Сохранившийся еще с середины 20 века парк постепенно ужимался из-за новостроек и вполне мог бы совсем исчезнуть. Но, к счастью, местные жители защищали свой яблоневый сад и помогли ему дожить до наших дней. Не напрасно, как оказалось. Сейчас, после реконструкции, это полностью регулярный парк. Никакой дикой природы. Ровные гравийные дорожки, вымощенная главная аллея, клумбы, скамейки. Ну и, собственно, яблони нескольких разных видов, напоминающие о детстве на даче у бабушки. Также рукотворный пруд с утками и эффектный мост через него. Рядом с прудом огромная детская площадка, значительно больше, чем стандартная дворовая. Понятно, что парк рассчитан на семейный отдых, причем сильно массовый семейный отдых. Парк находится вплотную к многоэтажкам, так что жителям здорово повезло, живут на природе и грядки копать не надо. Для спортсменов тут сделано несколько площадок воркаута. Тренажеров там минимум, большой компанией не разгуляешься. Зато есть громадные высоченные брусья с лесенкой и крюком, на который можно подвесить канат. Если вы фанат лазанья, это определенно ваше место. Да и в целом брусья намного практичнее для реально полезных тренировок, нежели тренажеры. По всему парку расположены искусственные холмики. Это грунт, вынутый при создании пруда. Поэтому зимой здесь катаются с горок. Парк используют для спортивных мероприятий на открытом воздухе. Например, весной 2021 здесь состоялся спортивный флешмоб для детей и взрослых. Зарядка, разминка, мастер-классы восточных единоборств с тренерами из городских школ. Крупных спортивных объектов в непосредственной близости от парка нет. Они все расположены по ту сторону проспекта Славы, а там находится сразу несколько других парков, куда юным атлетам из школ намного проще добираться. Так что эта зеленая зона полностью в распоряжении обычных людей, желающих выйти здесь на пробежку, поиграть в волейбол или размяться на турнике. Для велопробежек и прочих средств спортивного транспорта здесь все-таки маловато места. Обычное очень уютное место для активного или спортивного отдыха. И для фотографий на рабочий стол компьютера, конечно. Где еще вы увидите целый сад яблонь посреди города? We'll be right back.